Тем временем в Турции при поддержке казахской диаспоры появился новый журнал под названием «Казах Елі». Первый номер вышел тиражом в 2500 экземпляров. По словам редакторов, журнал будет представлять читателям наиболее полную информацию о тюркском мире, Казахстане, рассказывать о значимых событиях в жизни нашей республики, об истории, культуре казахского народа и многом другом. В первом номере опубликованы статьи директора Института исследований проблем журналистики Евразийского национального университета Намазалы Омашева, посла Казахстана в Турции Жансита Тумибаева и председателя Федерации Турецкой ассоциации Евразии Исмаила Джингиза. В журнале «Казах Ели» публикуются материалы, присланные из Казахстана, а также статьи, написанные авторами, живущими здесь. Наша задача – оказать разноплановую поддержку турецким казахам и братьям, приезжающим сюда из Казахстана, а также способствовать углублению сотрудничества между Казахстаном и Турцией.